Здорово, народ, и я тут что обнаружил? У меня, оказывается, не пройден фотозадание плейлиста Винтаж Гараж. Представляете, я ковырялся, значит, в плейлистах, и оказалось, что фотозадание я не сделал, соответственно, и видоса про это не было. Погнали! Наш сладенький плейлист Винтаж Гараж про старинные автомобильчики. У нас вот тут вот у меня все закрыто, кроме фотозаданий. Вы представляете, как вообще такое может быть у меня со мной? Я вообще просто не понимаю даже. Окей, ретро, лучшие кадры, лес Хаула. Сделать фотографию классического автомобиля, дрифтующего на трассе Куалулула возле леса Хаулула. Я хрен его выговариваю, эти названия вообще до сих пор. Но я вам сейчас все покажу. Значит, нам нужен любой классический автомобиль. Нам нужно перелетать вот сюда, вот знаете, где вот тут черный пляж. И вот здесь вот есть вот этот лес, который мы как раз ищем. И вот она наша трасса. Естественно, мы можем вот сюда вот что сделать? Вместиться, правильно. Сегодня у нас классический автомобиль. Это вот такой Nissan. Сейчас в процессе прохождения я покажу вам, ну, если вы еще не знаете, как выбирать классические автомобили. Поэтому, ну, это прям легко. Я думаю, с этим каждый справится. Так, а мы еще и дрифт сразу выполнили, да? Давайте сейчас еще хотя бы чуть-чуть прокатимся и так вот. Красиво вот так вот. Не знаю, может быть, что-то получилось. Сейчас посмотрим на фотографию. Мы сейчас чуть-чуть перемотаем, вот так. Так, где мы тут? Хорошо, вот так вот, чтобы у нас колесики, знаете, ну, как бы в сторону дрифта смотрели. Вот так вот. На тебе. Вот, ну и, соответственно, наверное, вот так вот сзади мы ее под это подфоткаем. Слушайте, ну фотография уже красивая, мне все нравится. У нас все детали соблюдены, то есть классический дрифт действия, трасса соблюдена, машина красивая, размытие все как надо, друзья, прям и колеса еще повернуты, все, делаем фотографию. Я думаю, что эта фотография хорошая, классная. Первая фотография у нас готова. Советую, нажмите влево, чтобы перейти в фоторежим. Так я уже перешел, я уже вернулся из фоторежима, вы что мне тут даете знать, какая красивая грязная машина. Теперь, что у нас дальше происходит? Винтаж гараж. Ага. Побочные миссии. Одну мы выполнили. Замечательно. Следующее. Сделайте фотографию любого классического автомобиля на фоне заправки в Лае. Сейчас все покажу. Фиксируем это задание. Давайте выберем другой классический автомобиль. Здесь сделаем фильтры. Эпоха классические. И теперь мы можем выбирать любой чики классический автомобиль. Даже, кстати, в Street Tire 2 тоже вот это все классически. Это классический автомобиль. Прикалывайтесь, что ли? Но вот с этим я еще соглашусь. Вот это классический автомобиль. 2000 год. Серьезно? Ладно, ладно, ладно. Я не буду с вами спорить. Даже рейсинг классический. Даже гиперкары есть классические. Офигеть. Ралли-рейд. Что у нас тут? Porsche классический. Так, что-то я затянул, да, давайте мы на Street Tire 1 поездим, уж так и быть. Вот, почему не Porsche, да, почему не Porsche, он красивый, почему не Porsche управлять. Итак, нам нужна заправка в Лае. Смотрите, прям недалеко, вот мы вот с вами вот тут вот сейчас катались, да, дрифт делали, а вот она Лае. И теперь мы здесь ищем заправку, ну, искать ее долго не надо, вот она. Вот, заправка, она уже у нас тут, все. На фоне заправки. Так, куда мы тут можем переместиться? Вот тут есть этот донг против лоурайдер. Их ящик тут. Мы сейчас туда вот так вот подъедем. Красиво машину поставим. И будем наслаждаться фотозаданием. Наверное, я, знаете, что сделаю? Наверное, я как-то вот так вот поставлю тачку. Вот так. И фото. Выбрать фото.
Так, чтобы надо, чтобы видно было заправочку. Так вот. Оп. Ой, какая красота. Слушайте. Вот так. Правда, заправку и не видно на самом деле-то. Давайте вот как-то. Так, ладно, давайте вот так. Может, магазин заправочный, чтобы видно было. Вот, слушайте, оно неплохо у нас получается. Так, немножечко настроек, наклон. Обязательно. Что это красиво будет. Сейчас мы его грязь убираем, повреждения убираем, потому что мы на асфальте стоим. Водитель, фары выключаем. И что у нас выходит? Блин, я сразу сделал фотку. Вот я балбес. Ну да ладно, посмотрите, вот надо мной, да? Красиво получилось. Красиво. Красиво. Но я нечаянно X нажал. Нечаянно X нажал. Но вроде все было хорошо. Смотрите, у нас здесь появилось, что ретро, лучшие кадры заправка сделаны. Погнали дальше. Это все прям у нас быстренько идет. И мы сейчас закроем. Вообще закроем все, что можно. Так, и точно так же отправим этот лист. Куда? Правильно, на пенсию. Ретро, лучшие кадры отель. Сделать фотографию классического автомобиля на фоне отеля Turtle Bay. Выбираем другой классический автомобиль. Ну, потому что надо же разнообразить как-то, да? Давайте вот этот вот. Почему нет? Да? Почему нет? Volkswagen Beetle. На нем вообще не ездим. Вообще очень редко куда-то на нем перемещаемся. Но он очень подходит к Гавайям. Значит, Turtle Bay мы, конечно же, знаем. Где здесь, да? Вот он, Turtle Bay. Вот здесь вот прям пляж Turtle Bay и отель Turtle Bay тоже. Ну, как бы все просто. У нас вот тут везде есть гоночки рядом, поблизости. Поэтому мы сейчас вот так заднюю сдаем. Алоха, малоха, там все такое, все дела. Ой, простите. Здесь, к сожалению, не открываются эти шлагбаумы, несмотря на то, что они открываются в Test Drive Unlimited. Test Drive Unlimited меня вообще это прям очень сильно радует, когда там открываются эти шлагбаумы. Это вообще так классно выглядит. Так, вот теперь мы немножечко настроим снова. Присутствие водителя. Убрать фары, убрать. Красиво получается. Погода, вот. Чуть-чуть после полудня. Вот, смотрите, машина такая прям полу в тени. Заиграла сразу, да? И вот эта большая черепаха сзади видно. Все, сейчас так вот посмотрим, что вот так вот, да? Вот. Идеальная фотография. Мы с вами любим делать красивые фотки. Поэтому мы с вами сейчас перемещаемся к следующему заданию. Следующее наше фотозадание. Где ты? Отель, винтаж, гараж, побочные миссии. Так, следующее. Сделайте фотографию классического автомобиля перед театром Вахаявы ночью. Вот тут, друзья, задачка. Вахаява-то мы знаем где. А вот где там театр, ногу сломит. Но я-то знаю, и я сейчас вам все покажу. Давайте вот Бугатти сфоткаем. Да? Она же является классическим автомобилем. Да, она является классическим автомобилем. Ее нет ни на одной фотке. Но мы с вами сейчас сделаем. Итак, Вахаява, вот она. А театр я вам сейчас показываю. Вот смотрите, вот здесь вот есть гонка Jackson V8. И вот рядом с ней, вот он, вот этот вот, такое вот здание. Видите, что написано? Театр. Театр по-английски. Нам-то он и нужен, друзья. Давайте я отмечу. Нет, не то отметил. Вот так отмечу, издалека вам покажу. Вот где это находится. Все, теперь вы точно не потеряетесь. И точно будете знать, куда вам ехать. Чтобы сделать красивую фотку. Но единственное, что только нужно ночью. Знаете, ночью. Прям мы, знаете, вот так вот его припаркуем.
наш автомобиль. И будем сейчас его фотографировать. Вот прям вот, что ли, вот так вот, да? И, а по-моему, вообще красиво получается, слушай. Сейчас только ночь мы ему поставим. Итак, водителя убрать, фары убрать. Ай, машина-то какая красивая. Давайте сумерки. Ночь. Блин, жаль, конечно, что нет нормального освещения. Вот. Но в целом, фотография, а там есть освещение? Нет, нет нормального освещения нигде. Поэтому в целом мы просто сейчас вот так вот и фотографируем наш... Сейчас я вот так подвину, чтобы вот эту зеленую фигню не было видно. Нет, уже некрасиво. Пусть будет видно эту зеленую фигню. Вот. Нежи. Фотография на 100 баксов. Но мы там, вон, смотрите, уровень потихонечку там повышаем, повышаем. Не 50-й, конечно, но тем не менее. Где наш плейлист? Вот он. Продолжаем делать фотографии. Ретро. Лучшие кадры. Cayena Point. Сделать фотографию Volkswagen Combi 21 Window Bus. В Cayena Point на закате. Ну, я думаю, что все знают, где Cayena Point. И просто поставить туда точилу и сделать фотографию. Мы, кстати, уже второй раз будем фотографировать, да? Volkswagen. Но не в этой, не в этом видео, конечно, не в этом видео. Так, я что-то не понял, почему у меня Volkswagen не горит. Вот она, Cayena Point. Мы сейчас вот сюда на бережок подъедем, сделаем закат ему. И вообще все будет красиво. Так, Volkswagen. Есть, светится. Эй, да подожди ты на своем додже там. Не видишь, тут автобус разворачивается. Ой, какой же он медленный, ребятушки. Вообще прям, но при этом додж обогнал. Сколько он там? 100, 120 жмет прям. И мы как настоящие хиппи сейчас с вами поедем. Куда правильно? По песочечку там. Гитара, регги. И беззаботная жизнь. Cayena Point мы уже приехали. Но давайте его поставим на берегу. И сделаем красивую фотку на закате, да? Я думал, можно поставить рядом с маяком. Но потом подумал, что вот так вот прям возле водички будет вообще топ. Вот так вот, возле водички вообще топ, просто топ. Cayena Point у нас есть. Теперь, естественно, водителя нахрен убираем. Вот. По-моему, вообще прям все пока что. Так, еще сейчас мы вот так на него фокус наведем. Вообще прям вот так вот. И сейчас единственное, что с закатом нам надо угадать. А с закатом мы нифига не угадали. Вот закат где-то... мне кажется, знаете какой? Вот, наверное, вот этот вот. 17.30, 18.00. 17.30 получше будет, потому что... Где он закат вообще? А, он вообще на той стороне. А, ну ладно. Ну и ладно, мы и так нормально. Нам и так нормально, мне кажется, да? И так нормально фотография, слишком сильно запариваться-то не будем. Сейчас я ее хлоп вот так вот. 5 из 6, друзья, ну все, осталась последняя фотография. И мы с вами отправили этот плейлист в корзинку. Ну, кстати, не в корзинку еще. Сейчас с новым обновлением снова будем открывать все плейлисты, потому что там добавятся новые механики. Ну, это мы все уже... Вы, скорее всего, это уже видите, когда вышел этот видосик. Так, сделайте фотографию классического автомобиля перед знаком мотеля, который находится между аэропортом парка Макуляле и Халивевой ночью. Я для этого про запас очень классную машину, но тут же ночь, блин, опять все не видно будет.
будет все не видно, друзья. Ну, кстати, можно было вот на этой таксичке тоже, вот это она тоже классная такая. Но вы посмотрите на эту цацку, а? Вы посмотрите на эту ляльку, просто розовый Кадиллак Эльдорадо. На просто ебенячих дисках. Просто такой пушка, друзья, пушка. Пушка-бомба. Нам нужен знак мотеля. Это, кстати, тоже непросто. Сейчас я вам все покажу. Аэропорт парка Макулеля, Халиева. И ровно между ними, вот как раз здесь классическая гонка, есть отель. Вот он. И есть его знак. Вот он. Мотель. Кстати, с воздушным кондиционером. И низкая цена. Перемещаемся сюда. И давайте подъедем к знаку, потому что я пробовал запускать фотоаппарат вот отсюда. Почему-то он не срабатывает. Я вот, знаете, вот сюда бы ее поставил, потому что здесь у нас освещение есть. Сработает, нет? Да, срабатывает, по-моему. А может и нет. Вот так срабатывает. Уф, вообще, пушка-гонка, друзья, вы посмотрите, вы на это просто посмотрите. Это же не машина, это же что-то нереальное. Нам присутствие водителя не нужно, фары выключили. Полдень, ночь нам нужна, к сожалению, нам нужна ночь. У нас луна, кстати, перемещается, смотрите, и мы можем осветить немножко себе машину. Ну окей, в целом машину-то видно. Фокус на нее наведем, немножко повернем. И я себе, наверное, сделаю вот такую же фотку, только днем. И поставлю ее на заставку. Потому что тачка вообще огонь. Делаем. Что ж, мы с вами прошли все фотозадания плейлиста. Какого, правильно? Винтаж гараж. Где он тут у нас? Вот они, все три кругляшка, зелененькие. Потрясно, мы с вами все выполнили. Поэтому, а что, кстати, нам вообще что-нибудь дают за это? Нет, нам ничего не дают. Просто мы его закрыли для себя, для того, чтобы заработать, кстати, деньги тоже, да. Вот, все, побочки мы все выполнили, все у нас закрыто. Вам всем большое спасибо за просмотр серии. Обязательно, те, кто не подписан, подписывайтесь. И погнали ждать следующую серию с прохождением, там может быть чего-то там, поиском там, или чего-то там вообще еще, это кого-то непонятно.